Староскольцы на пьедестале чемпионата мира в Баку по прыжкам на батуте. В столице Азербайджана выпускники спортшколы Олимпийского резерва «Виктория» в составе сборной России забрали золотые и серебряные медали. В двойном мини-трампе Василий Макарский завоевал первое место, обойдя португальца Диогу Кабрала и американца Рубина Падилью. В той же дисциплине Василий Макарский и Михаил Юрьев добыли золото вместе с Михаилом Заломиным и Александром Одинцовым. Еще один скольчанин Максим Рябиков стал победителем в командном зачете по прыжкам на акробатической дорожке. Александра Бонарцева выступила в группе на двойном мини-трампе и взошла на вторую ступень пьедестала почета.